В микрорайоне Южный подрядные организации вышли на очередные адреса. По программе комплексного благоустройства здесь уже делают уютными и удобными дворы на улицах Заводская, Строительная и на Южном бульваре. 5 детских площадок будут реконструированы в соответствии с запросами жителей. На одних положат резиновое покрытие, на другие привезут песок. Детских игровых комплекс, малые и большие формы. Подреставрируется детский городок, который пришел в некоторые... плохое состояние, посадка зеленых насаждений, детское травмобезопасное покрытие и детские песочницы для маленьких детишек. План работ был составлен еще осенью, но и сегодня в него вносят незначительные изменения. Например, по просьбе общественности в центре двора между домами 2 и 4 на Южном бульваре посадят большую ель, чтобы наряжать ее на новогодние праздники. А насчет контейнерной площадки у малоэтажек на Заводской жители должны определиться в ближайшее время. Жители пятиэтажек, у которых нет, к сожалению, мусорной площадки, регулярно приносят нам под окна свой бытовой мусор. Мало того, и крупногабаритный. Получается, что перед подъездами наших домов, где у нас есть мусоропроводы, у нас складываются свалки. Жители обращаются сделать отдельную контейнерную площадку. Но теперь вопрос в том, что куда ее поставить. И жителям предложено сейчас, пока будем проводить благоустройство, все-таки провести активную работу между собой, где все-таки они хотят ее поставить. В проект реконструкции дворовых территорий вошли и дорожные работы. Асфальтовое покрытие обновят. В округе заменят лампы в уличных светильниках на более мощные. Все работы должны завершить до конца июля.